Здорово, друг! С тобой Андрей Амиго. Мы с тобой на военном полигоне Свердловский. Здесь будет проходить игра «Гром 6». Спасибо всем, кто дал комментарии в этой игре. Спасибо игрокам. Они классно играли. Я все это заснял и вам это обязательно покажу. Спасибо Илье, организатору. Прекрасная игра. Мне больше добавить нечего. Хорошо. И команду не страшно. Ну, чтобы все было. Доедем. Меня зовут Роман. Я занимаюсь стрейкболом с 2019 года. И основал команду, ее развиваю, двигаю, продвигаю все. Стрейкбол для меня это как-то что-то мужское, например. Где-то тактически мыслить, где-то выполнять какие-то задачи, пострелять. Мужчина же всегда любит стрелять. Конечно. Мужчина же охотник, добытчик. У меня есть опыт участия в турнирах, как бы участвовали с одной командой из одной структуры. Как бы по итогу мы эту команду из этой структуры очень хорошо сделали. Молодцы, а где играли? У нас по месту в городе Сургуте. Каждый год ездим на открытие сюда. Для нас, для нашей команды это традиция. Это у нас самый лучший боец в команде. Он всегда в самом впереди идет. В головном дозоре всегда участвует. Задавать пример надо кому-то. Ну это что, конфиденциальная информация, насколько вы понимаете. Поэтому если вы ее распространите, мне, к сожалению, придется заняться. Вы сколько занимаетесь стрельбой? Да не так давно. Молодец. Я вообще начал в Нефтеюганске заниматься, не то, что там мало заинтересованы. Я нашел в Сургуте много ребят, которые играют, и начал к ним ездить. И мне там, ну, час езды. Нефтеюганск где-то 40 километров в Сургуте. Да, час максимум езды, там 40 минут. Я был там. Начал к парням ездить и с ними как бы подружился, начал вместе играть, бегать. И хорошо. Точки на «и», я думаю, необходимо расставить, если эта информация куда-то выйдет. Выйдет. За источники. Обязательно выйдет. До сражения. Без вылеза. Я сожалею, но нам придется будет с вами расстаться. Или заморзуйте мне там. Я думаю, типа, в воскресенье это произойдет. В районе 12. В воскресенье можно еще, когда мы уже их выстигнем. Как тебя зовут? Дакар. Позывной Барон. Барон, первый год играешь? Да. Раньше не играл никогда в стрельбу? Нет, не играл. А как узнал об этой команде? Скажи. Как, кстати, команда называется? Команда Мойпор называется. В переводе с кантыйского языка «медведь». Узнал о команде, когда приехал с другом играть один на один в стрейкбол в городе Сургуте. Раз приехал мой командир казак, еще по паре людей. Приехал мой командир казак, пара человек, ну еще. Мы поиграли как бы, и он предложил зайти к нему в команду. Я как бы я спросился. А за какую сторону будете играть? Белые. За белых? Да. Как вы относитесь к противоположной команде? С уважением. Противника нужно уважать. А в бою? Никакой пощады. Павел. Дмитрий, но я не являюсь организатором. Это наш друг. В прошлом. Вас как зовут? Александра. Александра, меня Маргарита зовут. Мы этим занимаемся. Занимаемся больше, наверное, от души. Потому что давно в этой теме стрейкбольной. Причем я уже даже в стрейкбол не играю. Ну, вот. Но все равно вся вот эта компания, то есть это как бы какое-то вот прям ощущение. Ну, товарищество это может быть широко как-то. Друзья, знакомые, новые знакомые, незнакомые люди. Ну, как-то вот просто. Паш, сообщество. Паш, ну я вот тебя знаю очень давно. Ты вот с какого года в стрейкболе? Ой, блин. Ну я вот с 2004 начал играть в него. Ну вот я, наверное, где-то так же. У истоков я точно не стою, потому что передо мной еще прям вот есть люди, которых там плюс 5 лет вот в этом во всем. То есть я вошел чуть-чуть позже. В 2012 году ребята пригласили нас поиграть в стрейкбол, пригласили в команду. Мы начали тренироваться, потом поехали на игру. Все было так необычно, так интересно, очень много народу, очень масштабно. Сейчас уже тоже давненько не играю, но стараюсь не пропускать такие большие мероприятия, как открытие или закрытие, потому что здесь своя атмосфера,
такой атмосфер на самом деле больше нигде не найти. Собираются люди с разных уголков, не только нашей области, но и вообще. И куда бы ты ни подошел, с кем бы ты ни заговорил, всегда тебя рады там видеть, выслушать. И в нашем современном мире, мне кажется, этого вообще всем не хватает. Это очень классно. То есть сюда реально едешь не столько поработать, сколько вот пообщаться с людьми и побыть просто в этой атмосфере. Да, я чуть-чуть попозже, наверное, также за Александрой пошла. Она уже всех знала, многих знала. И, соответственно, мы еще одной подругой пришли также к ребятам в гости. И все. Ну, я не занималась никогда стрейтболом, но я всегда была в этой стези. То есть всегда рядом с ребятами, которые занимались стрейтболом. И как-то, ну, на протяжении уже многих лет оно не отпускает. Оно не отпускает вообще. То есть, да, в прошлом году Александра меня позвала с собой, говорит, поехали, говорит, составишь мне, говорит, компанию. Я, говорит, поработаю, а ты, говорит, просто рядом побудешь. А в конечном итоге случилось, что затянуло. В конечном итоге получилось так, что я и сама поработала, и Саша помогла. И вот, получается, уже второй год. Также, получается, на регистрации сидим с Александрой. И да, и многие вечером обещают кофе, а утром не приносят. Кофе у нас есть. Еще как раз что-нибудь новенькое. Вот сегодня, например, у нас первый раз за столько лет грузится. Как вы относитесь к тем людям, которые не успели попасть в году 1400 людей и хотели бы зарегистрироваться, но по времени и возможности они не успели это сделать? Сочувствие? Да! То есть, тут это скорее даже вопрос-то не к нам, то есть это все-таки больше прям к мастеру игры, к Илье Клопареву нашему. Вот, то есть все-таки он этим всем руководит. То есть наша задача немножко другая, она отлична от вот как бы переживаний, приедет ли народ или нет. То есть приедет, мы будем обеспечивать им все. А, ну, не приедет, к сожалению, ну, увы, я. Меня зовут Алексей, из города Нижнего. Мы старые страйкболисты, можно сказать, ветераны, увлекаемся страйкболом более 15 лет уже. По возможности мы стараемся выехать сюда на открытие УРФО как бы каждый год. Ну, к сожалению, не каждый год получается. Где-то через год мы стабильно приезжаем. У нас команда небольшая, называется она «Северный ветер». Нижневартовская команда. Вот. Ну, пока, да, получилось так, что в этом году мы приехали вдвоем. Ну, и это неоднократно бывало, что мы приезжали вдвоем. Как бы. Очень тяжело людям вырваться с работы, со служб как бы, и прочее. Как бы. Ну, вот у нас получается, для нас это как бы такая страйкбол, частичка жизни, которая для которой мы готовы пожертвовать и работой, и семьей, как бы, и вырваться раз в год на игру. Наш любимый стиль игры скорее разведка. Разведка, диверсионные операции. Как бы мы всегда стремимся обратиться к командиру стороны, чтобы нам именно эту часть игры определили, потому что ну, мы очень хороши в этом. Я развиваю тактические навыки в тренировках. Моему напарнику развивать тактические навыки не надо, он ветеран двух войн. Как бы. У него уже все развито, все, что надо. Как бы. Когда началась специальная военная операция, как бы, очень много моих друзей и знакомых ушло добровольцами участвовать. Как бы. Вот. И мой отец сказал тогда очень хорошие слова. Он очень скептически относился к нашему увлечению. Вот. А потом, когда ребята начали уходить, он сказал, что, знаешь, я тут подумал, как бы, ведь то, чем вы так много лет занимались, очень полезно скажется на том, куда уехали ребята. Вас не надо очень многому учить. Хождению тихо по лесу, обращению с картами, с компасами, как бы, командному слаживанию и прочему. Очень много того, что надо уметь, страйкболисты уже умеют. Собственно, на самом деле, как бы наша команда, она базировалась в Нижневартовске, потом вот мой брат, он переехал жить в Сургут, как бы, и у нас уже получилось как бы два взвода, один в Нижневартовске, а он собрал свой в Сургуте, как бы. Самые классные игры – это большие, многотысячные, которые вот здесь собираются, в Екатеринбурге, в Асбесте, в Челябинске. Я вот не вспомню, куда мы ездили, но вот
В этот квадрат трех городов мы выезжаем регулярно, стараемся выезжать. И вот самые интересные игры, это, конечно же, большие многотысячные игры. Мы вот игры играли, где нам помогали военные, давали нам военную технику, БТРы. По-моему, «Заря» была на этом же полигоне, где с нами участвовали и танки, и БТРы, как бы, 5 лет назад. Вот. Вот. Ну вот видите, 5 лет назад, а это до сих пор в голове, когда мы играли среди ездящих танков, играющих там свой лазертаг, как бы, но для антуражу и для впечатления они ездили, они стреляли холостыми, тут, ну, было очень интересно. Как бы. Новичкам есть одна большая рекомендация: экипировка не имеет цены. Чем ты лучше экипирован, тем лучше тебе играется. Как бы. Вот, потому что от нательного белья, который позволяет тебе не мерзнуть ночью, а здесь на Урале в это время года на суточных играх еще очень холодно. Даже у нас в Сибири бывает ночью не так холодно, как здесь у вас на Урале, как бы. Вот, да. До радиосвязи и прочего. Как бы. Экипировка не имеет цены. Вот, это самое главное, что должно быть у каждого страйкболиста. Он должен быть максимально экипирован, чтобы было максимально комфортно, чтобы ему было не холодно, чтобы ему было хорошо слышно, чтобы привод хорошо стрелял, без всяких косяков, чтобы были запасные магазины, чтобы были запасные аккумуляторы, чтобы были запасные привода на случай поломки, как бы. Вот. Самое главное — это экипировка. Именно максимальная экипировка позволит тебе получить максимальное удовольствие от игры. Вот у нас мы вдвоем ездим на Pajero Sport, как бы, да, вдвоем, потому что, как бы, больше человека туда не посадить. Мы вдвоем сидим спереди, как бы, все остальное занимает экипировка. Хочу пожелать удачи вашей команде. Большое спасибо. Мы обязательно победим. Вы за какую сторону воюете? А вот этого мы пока не знаем. Это мы узнаем только завтра. Дополнительный вопрос. А как вы относитесь к противнику в бою, в страйкболе? С огромным уважением. Я люблю очень сильного, очень умелого и очень подготовленного противника. Чем сложнее противник, чем он хитрее, тем игра будет наиболее интересная, как бы, чем он упертее. Я очень не люблю, когда с игры сливаются, то есть уезжают ночью, потому что холодно, уезжают днем, потому что промокли ноги. Мне нужен противник, и я с большим уважением, который мокрый, потный, уставший, но играет до самого конца, пока организатор не скажет: стоп, игра. В рукопашку пойдете? Это не страйкбол, но если надо, не вопрос. Ух, как здорово. Полетело. Меня зовут Виталий Позывной Аристотель. Я приехал сюда со своим братом. Мы уже с братом играем в страйкбол на протяжении 13 лет. Это наш 13-й сезон. Я вообще психолог, но я служивый человек, то есть я ношу форму и звезды. Вот, принадлежность к своему подразделению я утаю, уж извините, да, но это самое, то есть, так, страйкбол для меня не только игра, но еще и часть жизни, часть службы. Я считаю страйкбол мужской игрой, несмотря на то, что и женщины, девушки в том числе играли. У меня супруга играла какое-то время, пока дети у нас не родились, у меня есть другие некоторые обязанности. Вот. Я считаю это полезной игрой для ветеранов, которые в свое время воевали, которые в свое время получили некоторые навыки в гражданской жизни, они, ну, не нужны, но они их могут реализовать в такой игре, как страйкбол. Это для сотрудников специальных подразделений полиции, специальных подразделений военизированных, как тренировка, как спорт, как, ну, некоторый способ развития навыков, так как страйкболисты — люди нестандартные, они готовы подкидывать всегда, ну, какие-то новые вещи нестандартные. Поэтому для, ну, для ветеранов и для действующих сотрудников и военнослужащих очень, ну, очень полезно. Со здоровьем уже появились некоторые сложности возрастные, да, но при всем при этом, помимо страйкбола, я все время занимаюсь чем-то таким, чтобы
помогало страйкболу. То есть длительные пешие прогулки. Ну, например, там вечерняя прогулка для меня, ну, такая спортивная, это 10 километров. Это несколько раз в неделю я прохожу. И она полезна для страйкбола, потому что я могу, ну, там, в страйкболе много, большой километраж набегается ногами, да, но вот и такая прогулка по городу, либо по лесу. Ну, полезно для страйкбола. Я гуляю всегда с рюкзаком, а у страйкболиста всегда есть лишний вес. Ну, в смысле, рюкзак, все время есть оружие. У меня есть тубус, в котором насыпан песок, в который я иду по городу, не пугая людей, но при этом я его держу так, как будто бы я держу автомат. Это нагружает, ну, статично нагружает, ну, мышцы, и в то же время меня готовит к страйкболу. Вот. Ну и так далее, отжимания, приседания, пресс, подтягивания, они тоже все время готовят меня к игре в страйкбол, к каким-то таким нагрузкам. Одно из также разновидностей — это все-таки бег, ну, по ступенькам, поднятие по ступенькам на максимальном там этажей сколько сможешь. Это тоже для страйкбола полезно, потому что, особенно здесь на Урале, блин, шикардосные полигоны, потому что они имеют возвышенности, где все время надо подниматься вверх. Как вы относитесь к игрокам, которые не сознаются, что в них попали? Добиваете? Человек может не понять, что в него попали. Шар на излете, он имеет малую кинетическую силу, он может просто толкнуть, не ударить, толкнуть, шлепнуть. Это можно не услышать, не увидеть, не почувствовать. Понятное дело, что когда я, ну, с кем-то там, ну, в бою нахожусь, я как бы добавлю, да? Вот. Я негативно отношусь к несознанщикам, таким, которые, ну, прямо это делают специально. Вот. Но я с уважением отношусь к людям, которые признают свою неправоту, когда говоришь, что, дружище, а я в тебя стрелял и вижу, что ты попал. Он говорит, все, окей, у меня, ну, вопросов нету. Страйкбол – игра друзей. Всегда можно договориться. И если иметь это всегда при себе, это знание, что с той стороны боя, с той стороны полигона всегда твой товарищ, то мы всегда сможем договориться. Я готов, у меня шикарнейший гранатомет, могу показать. Покажите. У меня моя дочка, у меня четверо детей, я отец героин. У меня третий ребенок, это моя дочь, ей 9 лет сейчас, зовут ее Ника, это полное имя. Вот, она занимается скрипкой. В этом году мы ей купили новую скрипку, потому что ребенок вырос. Вот, скрипка пришла в не очень презентабельном кейсе. Да. Кейс я дочке купил другой, вот, и забрал старый кейс специально для себя. Вот, для того, чтобы иметь некоторую принадлежность к музыке. Вот. Я четко понимаю, что я не Вагнер, но если вдруг что, то я могу кое-что сыграть. Вау, вы терминатор. У меня нет таких иллюзий, но девайс этот я очень люблю. Класс. Да. Я соболезную вашим противникам. Передайте им, что я таки иду. I'll be back. Да. Всегда. Добрый день. Как вас зовут? Виталий. А позывной ваш? Гром. Как ваша команда называется? Вежливые коты. Вы из Екатеринбурга? Да. Начинал в клубе «Сталкер», когда было непонятно, особенно после того, как участвовал в боевых действиях, то есть непонятно было, что происходит, зачем происходит и как. А потом просто втянулся из-за того, что ребята хорошие, люди реально абсолютно другие. То есть таких людей, которые втягиваются в страйкбол, мало. Это реально игра друзей. Больше никак. Очень тяжелых шарах, особенно те, которые большие. То есть тут в основном команды. Люди все адекватные. Человек, который стреляет практически 99% случаев, с людьми приятно общаться. Сколько у него джоу? Просто общение. Не сколько игра важна, сколько реально просто общение. В общем, действуем как кошки. Как разведка?
И как разведка, да, и как диверсия. Устроили небольшую диверсию, успели скрыться. То есть это вот основное. То есть это у нас получается лучше всего, не знаю почему. То есть приятно общаться с людьми. Никто никогда никого, ну, чаще всего, ни обид нет, ни огорчений нет. Все все прощают. То есть поругались, покричали даже бывает. Но все равно все успокаивают. И все это продолжается годами. То есть это интересно. Мы постоянно, ну, практически этот весь год, всю зиму мы сыгрываемся с командами, играем двойками, тройками. Постоянно, постоянно. То есть раз в неделю минимум у нас тренировка. Раньше было это две разные команды, мы играли часто. Чаще всего играли против друг друга. Почему? Потому что просто было интересно. Вот. Сейчас, как бы, ну, как во всех командах чаще всего происходит принцип такой, что старые игроки все равно потихонечку отсеиваются, остаются те, которые более-менее свежие, постоянно играющие. То есть у нас сейчас в команде где-то в районе 25 человек, играет из них постоянно более-менее, то есть в районе 12-13. Совет, не стесняйтесь, спрашивайте, никто вам в этой игре никогда ни в чем не откажет и никто плохого не посоветует. Я больше чем уверен. За кадром реклама канала «Путешествуем по России». Подписывайтесь, ставьте лайки. Это самое лучшее путешествие по всей необъятной нашей России. Только нормальные пацаны подписываются. Вот вы его снимите и скажите, вот такие не подписываются. Я вместе с ним путешествую. В большинстве роликов. Так что мне такой негатив. Как будто я там вот прошел, ничего не изменилось. Я столь же молод, красив. Столь же велик. Ой, ребят, на самом деле, как бы, стритболом занимаюсь в районе 14-15 лет. Что-то в последнее время очень сильно теряюсь в датах, потому что, ну, если раньше каждый год был каким-то показательным моментом, что вот изменяется время, изменяются даты, как-то пытаюсь отслеживать и как-то, ну, что вот была какая-то констатация фактов, что 14, 15, там, 13 лет. Сейчас, на самом деле, потерялся, я думаю, где-то 14 лет, может, ошибаюсь. На данный момент стритбольные игры, я считаю, что это на самом деле достаточно хорошая инициатива, которая происходит не сверху власть имущих, а которая происходит непосредственно от тех людей, которые находятся изнутри и которые заинтересованы снизу, которые хотят развиваться, которые хотят что-то получать новое, свежее, ну и, соответственно, заинтересованы в том, что происходит, ну так сказать, можно сказать, на земле. Изнутри, которые, ну, заинтересованы, что... поэтому, ну, мы поддерживаем данную инициативу. Большая игра. Всегда большая подготовка. На самом деле организация такой игры стартует где-то в октябре, за год до даты. И нужно проделать достаточно большой объем работы, которую игроки, конечно же, не видят, потому что она скрыта от них. И само проведение игры тоже достаточно сложная работа, на мой взгляд. Я бы ее отметил как одну из самых сложных в плане подготовки. Это связано со всем понятными событиями, которые сейчас происходят. Поэтому организовать ее было заметно тяжелее, чем предыдущие мероприятия, которые проходили здесь. Но самое главное – результат. В этот раз действительно повезло с погодой, да, это так. И приятно, что вместо 1000 человек, на которую мы рассчитывали, ориентировали участников, нам удалось увеличить лимит до 1400 игроков. И были опасения, что если будет больше 1000, может это сказаться на игровом процессе. Однако мы расширили карту, ввели две дополнительных точки, которые были скрыты изначально, и это позволило включить в процесс большее количество участников. И то, что мы наблюдали в ходе игры, показало, что игра получилась достаточно динамичной, энергичной, с постоянно развивающимися событиями.
Большое спасибо всем, кто приехал, потому что все, что мы делаем в первую очередь для наших любимых гостей, наших игроков. Штаны новые надо. Спотел? Порвал. Вес. Вес. Десятина. Десятина. Вес, блядь. Сука, не мой, блядь. Там народ перебегает, блядь. С той стороны туда. Они сейчас будут ходить, нахуй. А, сидят? Да, человек 10, уже меньше стало. Вот один, нет, блин! Сука, за тупо хил там. Я говорю, вроде наши сидят, но хуй знает, короче, тут есть. Да все хорошо, вроде побеждаю. Или я что-то не понимаю. Первый раз. О, уходит, уходит один, дальше ушел. Один раненый лежит, один раненый. Нет, нет, наши туда. Вот, блядь, смотри, справа идет!
Горку играть. И сюда. Стоп! Стоп, окоп! Пресса умерла. Пресса, не умирай. Что за хуйня? Тяжело было. Шуха заебал бы просто. Попейте что ли? Это все армейское питание. Ладно, посмотрим. Где запаска у этого, у Хобы? Меня привет, тихо. Слушай, связь обрывается. Примерно с точки 7, по нам работает ствольный гранатомет. 404. Принял. Машину черную. Где жук находится? Нет, они приехали в указанную точку вот сюда. И говорит, что с 404 работает миномет по ним, по Израилю. Все, одна минута до старта. Смотри, короче, 109-ю, ну, я доложу, что их вот эти обходят. Сейчас могу сказать, они готовы, в принципе, правым флангом здесь сюда спускаться, усиляться. Но сюда надо еще одну группу. Надо сейчас весь рез надо отправлять сюда. Надо, чтобы они здесь выбились. Да, надо кулак делать. 109-й штаб. Да. Сейчас ждем респа. Да. И они будут пробиваться. Команда ОДА 31-13. Занимаюсь моделированием американской армии периода Вьетнама. Второе подразделение пехоты армии США с 68 по 70 год. Такое минимальное снаряжение радистов, пехотинцев. В планах на игру, в принципе, хотя бы просто было приехать, посмотреть, как это все выглядит. У вас большая команда? Нет, отряд из 8 человек. Пару комментариев.
первая такая большая игра. Все отлично, очень нравится. Пока комментариев больше нет. Устали? Ну, есть маленько. Сейчас 5 минут и пойдем. Сколько раз убили? Кто же считаешь? 3 или 4, не знаю даже. Звуки, правда, на прикладе заставить. А вот эта грелка есть? Молочка. Что же здесь грелка? Мел дома оставил. Всем привет. Что, вы правили вам? Если на удар грелка есть, то правильно хранить. Всем привет. Второй комментарий. Игра! Офигенно! Не, четенько, интересно. Не-не-не, там, короче, погода. Погода отлично. Шепчет. Погода противник отлично. Хорош. Пока все нравится. Слабины вам не дают? Ты как-то это? Вроде обоюдно все. Они стараются, мы стараемся. Надо сейчас чуть посильнее постараться. На шишку сильнее. Кому тебе показывать? Команда базарная. Какие ваши эмоции? Ваши эмоции? Вот такие. Немного. Жить до вечера будем. Дотерпите? Да, конечно. Доживем, еще и завтра приедем. Шо вы, стесняшки такие? Сургут на связи.
относительно водителя УАЗика с правой стороны. Пулемет в окопах. Требую поддержки. Dead.